Всем огромный привет! Получила я свой заказ в компании Avon по каталогу номер 3. В этот раз компания задержала заказы, потому что были новогодние праздники, и, наверное, на 2 недели позднее только смогли мы получить заказ по 3-му каталогу. С нетерпением ждали, ну и, наконец-то, у нас заказ пришел. Давайте я вам покажу, что же заказала я. Ну, я и мои подружки. Сначала покажу косметическое, а потом покажу сумки и шарфик. Пена. Пена в Avon вообще исключительная, замечательная. Единственное дело вкуса, аромат. Это пена с ландышем. Очень я сама люблю пользоваться пенами от Avon. И у меня все друзья, подруги тоже любят эти пены. Было хорошее предложение взять 3 средства с определенных страниц. Это предложение было в конце каталога. Я вам сейчас быстренько его покажу. Очень выгодное. Так, я уже не в конце. Можно выбрать было из гелей, шампуней, вот таких бальзамов. 3 средства за 219 рублей. 2 средства взяла у меня подруга. Вот кремы для рук входили в эти странички. 2 средства взяла подруга и 1 я. Она у меня взяла 2 шампуня. Первый шампунь ополаскиватель 2 в 1. Это грейпфрут маракуя, витаминный комплекс. Я открывать не буду. Многие уже его знают. И непревзойденный объем малина и гибискус. Ароматы, конечно, у этих шампуней замечательные, приятные очень. И 3-е средство я взяла уже себе. Это гель «Волшебные тропики». Он идет папайя и персик. Очень приятный гель для душа. Я такой уже брала, когда они были новинкой, но сразу подарила. Но аромат успела я потестировать. И прям влюбилась в него. Поэтому очень хотела, чтобы у меня он был. Сейчас заказала себе лично. К сожалению, я не знаю, куда девчонки, мальчишки делали фокус по 3-му каталогу. Хотела вам показать в фокусе некоторые продукты, которые я себе заказала. Но не знаю, куда-то заныкала. Взяла я себе 3 новинка. Это идет лосьон для тела «Нежный миндаль» и «Ландыш». Когда я увидела в названии слово «Ландыш», это было решающим. Гель для душа освежающий. Также, вы знаете, он такой прям, не знаю, вам видно или нет, но прям перламутровый весь такой светится. И 3-е средство – лосьон. Лосьон-спрей, тоже освежающий. Я потестировала лосьон на теле. Эти лосьоны спиртовые, многие знают уже это. Но меня это не пугает, мне нравится, как пахнет от тела. Я ручки-ножки вот перед сном наношу, и очень вкусно пахнет тело. Все 3 средства были за 219 рублей по фокусу. Вроде бы так, если я ничего не путаю. Или они уже были... Нет, наверное, они были уже вот в каталоге. По фокусу я их не брала. Сейчас я посмотрю. Наверное, в каталоге. Да, они были в каталоге, вот. За 219 рублей. И можно было взять сумочку. Подарочный пакет всего за 39 рублей. Ну, не знаю, мне кажется, это не всего. А такому пакету и цена-то 39 рублей хорошая. Давайте покажу пакетик за 39 рублей. Вот так вот он выглядел. Как раз эти 3 средства бы в него вошли. Но я взяла просто, когда делаю подарки своим близким, то пакетики всегда нужны. Я очень часто делаю неожиданные, даже для себя самой, подарки. Поэтому пакеты всегда нужны. По аромату. Вот сам гель для душа я еще не успела. Но все они пахнут примерно одинаково. Получается, вот как пахнет спрей. Очень сладко. Такими конфетами, как труфеля, что ли. Приторно прямо. Тут и сгущенка, и труфеля, вот какой-то такой. Вот тут написано миндаль и ландыш. Я не почувствовала ни миндаля, ни ландыша, а почувствовала прямо приторный такой кондитерский
Аромат. Прям сладкий-сладкий. Ну, для зимы ничего, но для меня, по-моему, даже для меня сладкоежки это перебор оказался. Но кто из вас, если будет брать, напишите, мне интересно, вот, как для других. Но кто любит вкусняшки, вот чтобы сладко было, вам может понравиться. Как гель для душа и лосьон, мне кажется, нормальный будет. Аромат приторный. Ну вот, например, духи бы я не выдержала. А спрей, если чуть-чуть, то пойдет. Но все равно как-то вот слишком, слишком сладко. Дальше. Дальше, наверное, уже пойдут. Давайте сумочку я одну покажу, которую я заказала по каталогу. Просто у меня тут не все по каталогу, кое-что будет из Avon-клуба. Очень мне понравилось еще, когда в фокусе показывалась в прошлом, во втором каталоге эта сумка. Сейчас я найду, подождите. Покажу. Вот так она выглядела. Вот она и на девушке, у девушки. Вот такая. И вот так вот она выглядит. Мне так понравилось, что у нее тут двойные кармашки такие, как бы двойная. На двух кнопках, в общем, верхние два слоя. Так, и она шла по 999 рублей. Сразу хочу показать, вот здесь цепочка с подвеской на выбор. Я выбрала, давайте поближе покажу, вот эту посеребренную. Общая цена цепочки 350, и вот за 30 рублей. Эту цепочку я еще не открывала. Мы сейчас откроем вместе, но начнем с сумки. Шла сумка, как всегда, просто в шуршащем пакетике. Выглядела она вот так. Сумка мне понравилась очень. Ну, естественно, она сейчас еще мятенькая. Такое большое дно. Вот мягкое. Не знаю, как на морозе, но мягкое. Так, вот такое у нас нутро внутренности. Она прям очень красивая. И внутри такая фиолетовая. И снаружи. Здесь сбоку раз, два таких кармашка. С этой стороны на молнии достаточно глубокий карман, паспорт уместится. И вот такая плащевка. Прямо классная. И второй карман идет. Тут, кстати, защитный еще, видите. И второй кармашек идет такой, можно сказать, потайной. Сюда можно денежки, ключи, даже телефон. Как-то, вот, знаете, спрятано. От общего отделения спрятано. Мне очень понравилась эта сумка. Она не крошечная. У нее нет ручки, но есть плечевой вот такой ремешок. Он регулируется. Ну, сейчас он так на минимуме. Понравилась. Мягкая, классная сумка. Прямо вот буду носить с удовольствием. Мне бы самой в кадр-то не залезть. Пока пытаюсь поставить покрасивей. Следующая сумка, которую заказали через меня. Ну, сестренка моя взяла себе. Это уже летний вариант. Это тоже новинка. Так, я вроде все поставила закладочки. С закладками-то я тоже что-то быстро найти не могу. Так, нашла. Вот эта летняя серия новая. Очень-очень красивая, яркая. У меня сестренка взяла из всей этой серии вот эту сумочку маленькую. Она шла за 700 рублей. Ну, еще скидка представителя. Сумка Бригитта. И она взяла еще вот этот женский шарфик. Он шел по 299 рублей. Ну, еще скидка. Беттани. Или ну, Беттани пускай будет. 100% полиэстер. А размеры, вот смотрите. Он идет узкий и длинный. 35 сантиметров на 160. А сумочка 18 на 16 и на 7. Искусственная кожа, полиэстер. Вот, ну давайте смотреть.
Начнем мы с сумочки. Мы знали, что она будет маленькой, но она оказалась прямо, ну, действительно маленькой. Вот моя ладошка. Очень летний вид, но смотрится она вот вблизи, вот как мне сестренка сказала, дешевый, как бы детской может быть. Но с другой стороны, летом под что-то, под летние сарафанчики, я думаю, вместе с шарфиком будет смотреться в принципе неплохо. Она невесомая, легкая, выполнена она действительно такая мягкая кожа. Ну, кожа-заменитель, естественно. Тут кнопка. Тут тонкая плащевка. Она прямо тонкая, вот прямо, знаете, как тряпочка. Вот, видите? Она прям мнется, гнется, такая тоненькая-тоненькая. Внутри вот один кармашек и все. И плащевочка там. Ну, вот это, наверное, полиэстер внутри. Как украшение идет вот такая золоченая вставочка. Никаких больше кармашков нет, только вот ремешок. Летом, я думаю, вот если на море ехать, в принципе, под ключики, под телефон положить, какие-то деньги положить, мне кажется, на лето все равно это будет неплохой вариант. Она прям такая летняя, яркая, просто маленького размерчика. Может, вот это как бы и смутило немножко. Но в целом сумочка неплохая, прям легкая-легкая, невесомая. Ее пустую носить не получится, ее будет ветром сдувать. Так, ну и шарфик. Шарфик прямо вот тоже, смотрите, он крошечный-крошечный, кажется, такой прям невесомый. Он прозрачный. Вот, видите, у него всего 35 сантиметров. Иллюстрации, ну как это, принт. Бабочки-цветы, там и анютины глазки разные. Но если этот шарф сложить в несколько слоев, видите, яркий становится и красивый. Поэтому его надо в два раза будет складывать и на шею уже одевать вот так. Тогда это будет очень красиво. Вот. Напишите, как вам понравилось, нет, но мне показалось, в принципе, неплохо для лета. Давайте еще раз покажу на девушке. Ну, сумочка у нее набитая чем-то. И вот он, сам шарфик. Смотрится так на девушке. Вот. Дальше. Так, сейчас я каталоги уберу. Сумочки, шарфики, все тоже шло вот в таких вот пакетиках. Мы уже все сняли. У меня только что была сестренка, посмотрела на свои покупки. Она сама все открывала, все сама смотрела. Ну, единственное, я ей ничего не отдала. Говорю, подожди, мне сначала ролик надо снять. И к моей сумке, как я сказала, шло украшение за 30 рублей, которое я выбрала, посеребренное. Давайте смотреть, стоит ли оно своих 350 рублей, полная цена, или все-таки ему цена 30 рублей. Вот так оно смотрится. Вот мой ноготь. Представляете, вот мой мизинчик. Оно прям, я не знаю, есть ли тут сантиметрик, наверное, миллиметров 8. Вот такой вот цветочек крошечный. Кулончик. Вот на такой вот подставочке. Ну, там даже вот тут все, прям конвертик, просто конвертик получается. Вот такой. И это все можно убрать в конвертик и подарить. Ну, я дарить не буду, я заказывала себе. А может, и подарю. Ну, скорее всего, нет, потому что мне не так давно дарили тоже кулончик, такую подвесочку серебряную. Иринка мне дарила. А цепочки у меня не было. И вот я думаю, что, наверное, я эту цепочку оставлю и буду просто летом менять. Либо эту подвесочку крошечную, либо вот, которую мне подарила Иринка. В общем, вот такое украшение за 30 рублей. Хорошая цена. Но дороже 100, я бы, ну, даже 100, мне кажется, дороговато. Дальше.
Дальше я взяла новинку. Фокуса у меня нет. Давайте я вам вот так будет выглядеть четвертый каталог. Мы с вами его полистаем. Писать комментарии, когда будет каталог, не надо, потому что комментарии заваливают меня. А каталог обязательно будет, то есть ждите следующий ролик, обязательно будет с каталогом. Тут будет такая новинка. Что-то подобное в Avon уже было. Я не знаю, это смена дизайна или что-то подобное просто сделали. Губная помада, питание и цвет. Цена будет по каталогу 309. По фокусу она шла 209 без скидки. И я себе взяла вот эту вот цветущую розу. Вот такой оттенок. Здесь на картинке достаточно она красная, яркая. Ну, давайте смотреть по факту. Какая? Так, вот я уже сняла упаковочку. Вот так она, название идет. Вот такой футляр без окошечка. И, собственно, помада. Как я поняла, вот эти разводы все разные. Вот здесь посередине, смотрите, как много белого. Когда я до сюда докрашу, я не знаю, не станет ли она нюдом. Как там она внутри, но, как я понимаю, цвет будет менять. И давайте смотреть, какой цвет. Вот такой. Мне кажется, она уходит в малиновый. Какой-то такой розово-малиновый. Сравнить, если вот с каталогом. Ну, в каталоге она прям красная. Когда я каталог увидела, я аж напугалась. По факту нет, она малиновая. Не такой цвет. То есть, если бы она была такая, я бы расстроилась. А вот это я очень рада. Вот, так что помадой я осталась довольна. Мне она понравилась. Единственное, что я вот, как вам сказала, слишком много тут белого. Не отразится ли это на цвете, когда стик у меня уменьшится. Но пока понравилось. Вот такие разводики у этой помады. И следующее, как я, если я правильно помню, я все взяла по баллам. Так, первое. Сейчас я пытаюсь быстренько увидеть. Вот сухой шампунь. Ну, вроде бы я взяла его по баллам. Сейчас быстро хотела посмотреть. Не вижу. По 5 рублей оно в Avon клубе по баллам шло. Это вообще отличная, по-моему, цена. За 5 рублей купить шампунь. Да, за 5 рублей. В Avon клубе я его заказала. Вообще классная вещь. Я не помню, сколько баллов, но за 5 рублей это просто шикарно. Следующее, что я увидела в Avon клубе и тоже не смогла пройти мимо, также за 5 рублей, это была сумка. Сумка называлась... Сумка называлась Анетта. Нет, не Анетта. Так, сейчас найду. Ну, неважно, в общем, как называлась эта сумка. Она тряпочная. Плотненькая такая. И давайте посмотрим, как выглядит. По размеру она вот прямо как летняя сумочка вон та. Только цена ей 5 рублей. У нее идет тоже ремешок такой. И внутри идет одно отделение на молнии. Вот здесь. Но оно такое небольшое. Паспорт не войдет. То есть вот, вот 4 моих пальчика только. Если только денежки или ключики. Что-то такое. А паспорт уже не войдет. Ну, вот такая она, в общем. На лето под джинсы и под какую-нибудь рубашечку неплохо. Вот. Мне хотелось такую, и я с удовольствием взяла. Давайте ее тоже сюда. По размеру они прямо вот похожи вот с этой сумкой, с летней. Дальше.
Еще что я увидела в Avon Club, тоже по 5 рублей. Это водичка, о которой я мечтала. Я очень хотела парфюм Butterfly. Да, парфюмированная, парфюмерная вода. Я так обрадовалась, когда я ее увидела за 5 рублей, что от радости взяла 2 штуки. Первую я взяла, ну, на подарок, а вторую я взяла себе, потому что это была моя мечта. Так, нет, вот эту я на подарок, а эту я себе, потому что я ее уже открыла. Когда-то я брала пробник себе, и мне так понравился аромат, но некоторым блогерам не понравился, говорили и там просто мыльный аромат. Мне очень понравился. Очень интересный дизайн. Видите, как колбаска срезанная. Такой прям интересный. Наискосок флакончик. Тут бабочки. Зеленый такой флакон. И не знаю, увижу ли я тут, что написано про парфюм. Ну да, то тут видно, бергамот есть. Не знаю, увидите вы или нет. Давайте я вот так поднесу. Он сейчас фокусирует. И можно будет увидеть. Ага, вот гордению вижу, мускус вижу. Вот. Очень-очень приятный. Вот мне кажется, на лето классный аромат. В нем есть... Вот этот бергамот, цветы. Ну, красивый. Опять же, сегодня подруга ко мне заходила, понюхала, говорит, мне, говорит, очень нравится, но пахнет Avon. Поэтому по этому аромату можно узнать и компанию. Также мне пришли 2 купона, которые можно отоварить в следующем, в 4-м каталоге. Но отоварить можно только те продукты, которые... Уже не раз такое было, которые идут с иллюстрацией этого купона. Это всего, как правило, до 5, может быть, страниц. Вот такое предложение на конкретные вещи. И можно использовать. Так, что еще? Вот 2 каталога. Фокус пришел. Пришел успех. Надо будет пакетиков снова заказать. Также пришла распродажа товаров к 4-му каталогу. И вот такой стиль жизни, который действует в компании, вместе с компанией 4-й. Кстати, вот в стиле жизни тоже будет страничка, или может несколько страничек, видите, тоже где предлагается взять что-то по купону. Ну, тут брючки. Вот, все. На этом... Мой заказ закончен. Вроде бы показала все, ничего не забыла. Но я осталась довольна в любом случае заказом, потому что подарков по 5 рублей у меня получилось настолько много, что они просто перекрыли те заказы, за которые я платила деньги. То есть вообще Avon Club очень-очень выручил в этот раз, чему я очень рада оказалась. И 2 сумки у меня теперь есть. Одну я буду носить, вот как морозы только сойдут, это вот фиолетовая. А черненькую я буду с белым носить летом под джинсики. Все, давайте встретимся уже мы с вами, когда будем листать каталог. А сейчас я буду загружать пока этот ролик. Не прощаюсь.